до нього, це вміє, так? Не вопрос. Перестань! Есть ключи? Именно сейчас я бы перезвал. Ты антиквар, дай его взял. Я бампер, блядь. Дай бревно-то, что мы пухали, Сереж. Загубили. Не бензин из них. Но вода не скупила. Сидит, поставь ровно пятку. Может, еще глубже. Пятку ровно поставь. Вот так реально? Ну, если поделать. И что, не реально? Саша, Саша. Ты попробуй, давай. Давай, а сейчас нормально пойдет уже. Работай давай! Девочки, достались, да? Иди качай, да? Да, да, качай, качай, все слово качай, коли землю шел. Коли землю шел, то пошло легко, да? Пятку поставили, вже не йде, качай, да? О, це мужик, оце характер, це дає, оце вміє, да? Не вопрос. Не вопрос. Якщо піде, нахуй тікати, нахуй. По бревнам їздить, то нормально все, блин. Серега, Серега, ты на колесе не накачаешь, вот тикет разминать. Угу, абсолютно. Почему-то абсолютно спокойно. Что, Сань? Говори. Стоп. Не, еще надо. Сань, еще надо. Все. Заебись. Нормально. Слушайте, давайте сделаем так. Я оставляю у себя два дети. Я домкрат поставлю, все поставлю. Вадим, давай. Нахер эти, блядь, цирки, блядь, сейчас кого-то прибьет, блядь, переломает, блядь, и начнется, блядь. Воды там полно, блядь. Воды, блядь, только что. Там пол литра воды, и пол, 3 литра воды. Да, ну это хорошо. Ты не вылезешь ее. Ты ее не вылезешь, это реально. Уже все.
О, бля. Не-не, ты не вылез. Это нереально. Я знаю. А что делать? Там будет вода. Ну как будет, блядь, похуй. Просто накачивать его и все. А в кого компрессор есть? Вадим, ты без своего компрессора? В машине посередине. А? У тебя есть компрессор? Хайджак ушел в воду. Я ему надул. О, бля! Нихуя на не видно. Можно не воткать, как сейчас уебало. Сейчас я беру, уебет, нахуй встало. Оно просто щелкнет на место. А все, оно стало. Встало. Не трожь ничего, не трожь. Все, больше не отказать. Да ты не, ты правильно все поставил. Просто мы подняли ближе сюда, поставили его сюда. И оно подняло и то колесо это. Сань, мы не подними так. Да подними мы сейчас его чекаем. Нихуя. Вверх. Нижний палец, если снимать, то нижний палец на себя чуть потяни. Да сейчас. Ну, Вадим, нет. Дай мне сюда пора. Жекарь. Бойцы. Блять, его засосало пиздано. Чем не получанка? Стой. Мы там уже высушили, блядь.